Пацаны, и после слабоалкогольного Беллиса на смену ему приходит крепкий до ужаса Бакарди ром. Я о роме слышал и видел ром только в пиратских фильмах, где там «О-хо-хо!» и рома вот еще. А этот, группа есть, Король и Шут. В одном из клипов они там «О-о-о!» ромом типа запивали. Пиратский вообще это напиток, ром. Его брали и берут до сих пор на всякие судна. Оно там хранится очень долго. И это, короче, должно придавать вкус. Ром Бакарди Суперио. Обычная бутылка. Ничего выдаю. Вау, как водка. Те же самые этикетки, как и у Беллиса. Да, один в один, слушайте. Марка. Акцизная марка называется. Российская Федерация РФ. Алкогольная продукция свыше 25%. Импортед. Крышка также просто не открывается. В точности наоборот. Как... А нет, подождите. Стойте. Открывается. Здесь есть, видите, небольшие вот, выступы. Оп, все. А у Беллиса не было такой шняги. Поэтому мне пришлось порвать ее. Ну ладно, порвал, да порвал. Но спирт, пацаны, чувствуется пиздец. Я даже вот тот бокал не выпил, вылил. А это чудо, Бакарди ром. Идет водка. Как вот, замена водки, замена ликера. Вот, кстати, про Бакарди я забыл вам сказать, пацаны. Это ликер, ликер. Вы зададитесь вопросом, что это за хуйня. Это ликер. Теперь я вам читаю состав Бакарди. Не знаю тоже, как отличить от подделки вот эту фигню. Ничего подобного я не нашел. Написано вроде одни и те же бутылочки везде. Ну, как мы на прошлом примере посмотрели, вот Беллиса, состав, в составе может быть какой-то трабл. Произведено Бакарди Кронштейн. Кронштейн 165. 2,6 километра. Это Испания, Испания. Испания. Состав. Вода подготовленная. Высококачественный выдержанный спирт из сахарного тростника. Вот лучше бы из сахарного тростника в Белли засунули, а не этиловый спирт. Пищевая ценность на 100 мл продукта, калорийность 220 говна. Эксклюзивный импорт, это организация уполномоченная изготовлителем, так принятие рецензий. Рекомендуется хранить в помещениях с этой влажностью воздуха не выше при температуре 10 градусов Цельсия до 25. Плюс! Плюсовая температура должна быть. То есть не холодным. Ну, холодным пьют, когда уже все разлито по стаканчикам, бокальчикам. Добавляет немножко льда. А вообще, почему я выбрал Бакарди, я вам скажу. Это мне никто не советовал, просто из него можно очень много сделать коктейлей, а я, когда возьму камеру, будем делать, что? Топ-повар. Коктейльчик какой-нибудь за бабаш хаем с Бакарди. Я вот знаю, коктейль делается, какую-то красную херню добавляют, ну, безалкогольный, и Бакарди заливают полностью. Как же называется, бля, не кровавая моя, нет. Клубника под шубой, что-то такая хуйня. Вот. Бакарди Супер Оригинал Премиум Рум. Рим. Ну, ром. Вот он. Как пахнет? Ой, я даже боюсь представить. Да, да, именно так, пчады.
Пробка еще внутри имеется, чтобы по капелькам, по чуть-чуть, не перебарщивать. У водок такая же херня имеется. А внутри вот этой штуки должен быть шарик. Я в детстве такие шарики собирал, прикиньте, ходил в бутылки из-под водки, ну, находил, разбивал их и коллекционировал шарики. Потом меня это заебало, и я их выкинул. Же стеклянные шарики такие обычные. Что ж, давайте чуть-чуть. Чуть-чуть. Цвет у нее не зеленый, это бутылка зеленая. А цвет как обычно. Ну. Блять, ее там что ли. Как-то доставать, что ли, надо? Я ведь в этом не аспоченный. Я так, начинающий. Сейчас, наверное, какой-нибудь, блядь, бармен смотрит, ёбана в рот, что он делает. Во-во! А чё не идёт-то, блядь? Вон там капелька одна вылилась. Ну, бля, вот знаете, бармены, они быстро так берут, оп, и всё у них наливается. Почему у топ-геймера? Ну да. Фу, аж ебать! В 10 метрах, ой, сантиметрах, запах ужасный, вот 10 сантиметров. Да что ж, блядь. Что тебе, хули он не наливается-то, видите, да? Как будто застыло. Вроде булькает. Сейчас там, наверное, надо крутить эту шнягу. Сейчас попробую то, что осталось здесь. Бля. Да, пить ее нужно с чем-то. С соком каким-нибудь. Хотите, сок возьму? Попробую немножко так, а потом сок. Ну, блядь, как она вообще открывается? Ну-ка. Сейчас. Ну, вы не видите? Ой, блядь, полилось-то сколько, ебать! Оказывается, надо было по попке подать. Охуеть! Ну, немножко, ну как хлынуло зато. Прям как Ниагарский водопад, блядь. Не, я столько не выпью. Сейчас, секунду, пацаны, секунду. Секунду, блядь. Топ-геймера ждать. Но ждать не моей компетенции. Потому что топ-геймер, да он набивает тех. Нечего брать у меня. Нет никаких соков там, апельсинового, мандаринового. Все пусто. Все просто, блядь, бедняк. Виджелин, бедняк. Ну а так, невозможно ее пить. Я водку-то пью, блядь. Раз в год, наверное, и то. Вот столько, а потом... Но спирт адский, адский. Немножко пролилось, но ничего. Вообще такие сильно алкогольные напитки употребляют сразу вовнутрь. Прям фастом. То опа! И все. И все типа заебись. Но я так не могу. Я люблю смаковать. Хохляцкое, кстати, слово смак. Смак. Дюжа. Не могу. Не могу. Я же дышу, запах с бокала идет прямо в нос. А не дышать носом я не могу. О, блядь. Вот это хуйня, хуйня. Вот это поебота, пиздец. Да.
Все, пацаны, я ебал. Конечно, я его выбью сейчас, но не на видео. Потому что ужас. Не хочу, чтобы поди школьники там, о, да мы там бухаем летами, вот и не корчимся, а топ-геймер Инзебол, который прожил всю жизнь, не может даже 50 грамм выпить. Да, 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 радуйтесь, что вы хоть где-то преуспели, но не в играх и не в жизни, а в алкоголизме. I'll be back in my shotgun.